мать не сыграла. Серьезно? Я думала. Переиграв столько матерей, свою мать нет? Нет. Я мечтаю, что я сыграю свою маму. Каждый любит и помнит свою мать. Каждый ценит свою мать. И я, может быть, не скромной буду, но такую маму сыграть – это великое счастье. Пока что я еще не сыграла. Ну, хорошо. Думаю, что сыграю. Все впереди. Нана Викторовна, вот во всех ваших ролях такая правда жизни. Вот откуда это? Это ни один режиссер не слепит. Режиссер может какую-то общую канву роли как-то сделать еще. А вот такая правда жизни, вот любую роль взять, начиная от небольшой, например, как «Вокзал для двоих», и кончая «Дядя Миша», и кончая эпохальными ролями. Вот правда жизни, матрица. Это вот. Саша, дело в том, что я лазаю. Я очень люблю это слово, хоть и произношу его не литературно. Я лазю только по тем ролям, которые те наши. А если не те и не наши, там моей ноги не будет. Не будет. Это говорит о том, что от многих сценариев вы отказывались. Ну, конечно, конечно, конечно. Бузу всякую про женщину, которая носит название «мама», я играть никогда не буду. А я вольная, я с Кубани. Я имею право. Ну, Викторовна, а этот труд большой ценой достается быть вольной в жизни, ведь многие этого не любят, когда кто-то вольный. Вы знаете, тяжело, но я не обращаю на это внимания. Я стараюсь пережить. Вот что делают со мной журналисты, не ваш адрес сказано, то это уму непостижимо. Они никак не могут меня достать. Они никак не могут, почему я не люблю, не знаю, как с ними разговаривать. Они чертовню задают, чертовню им приходится говорить, да разве можно про мою маму говорить журналистам? Про наш народ, на которых мы сейчас на них держимся, на них. А про них даже слова не произносим. Ни на каких, ни на думах, ни пумах, никаких ничего. Нету их. А мы-то живем мы держимся только на одном кислороде. Это простой, трудящийся народ. Ну запомните же это. Вы совершенно четко сказали, что Россия держится на платках ситцевых, на наших вот многострадальных женщинах и мужиках. На них и держится Россия. Вы очень много ездили и ездите по России. Вот какой она вам сегодня видится? Провинция, не Москва, нет, а вот провинция. А вы знаете, я вам сейчас что скажу? Я уже намекала несколько раз. Ну, не знаю, интересно это бывает или нет, там на больших собраниях, на каких-то больших сборищах, все. Я все свою линию имею. Я говорю то, что я сейчас сказала. Я этим живу, я роли только такие подбираю. И думаю, все равно пробью свою линию. Пробью. Все равно запомнятся мои фильмы только поэтому. Только поэтому. Что человек сидит с сухими ключицами, герой Советского Союза, на бревнышках, и у него не хватает денег, чтобы на сигарет, на цигарочку, самопалочку какую-нибудь скрутить, не хватает. А у него это только осталось в жизни. А я вижу это все. Я... Может быть, нахально завалено, но я вижу не так, как...